Всех привет и пиранного просонда. Продолжаем мы проходить Баграб 3, глава 4, возвращение друидов. Ну что, мы за его продолжаем. Дальше глава 4 у нас. Ну, у нас, как всегда, долгая загрузка. А я думаю, уже загрузка прошла. Ага, да, прошла загрузка. Она у нас продолжается. Изумительно просто, просто офигенно. Просто все офигенно. Большие переменные, да? Ну, это мы почти Баграб 3 уже проходим. Ну, точнее, основное, там еще дополнение. Но тут не дополнение, тут сразу все вместе. Тиранда. Тысяча лет прошла с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Но даже в изумрудном сне я каждое мгновение думал о тебе. Малфурион, радость встречи переполняет мое сердце. Но я бы не стала будить тебя, если бы не пришла беда. Ты поступила правильно. Даже сквозь сон я чувствовал порчу, охватившую наши земли. Так, словно она разъедает мою плоть. Малфурион, Пылающий Легион вернулся. Кинари убит. А чужеземцы разгуливают по нашим священным лесам. Как и было предсказано. Архимонд, конечно же, отправится на вершину горы Хиджал. Прямо к мировому древу. И если оно погибнет, наш мир уже не спасти. Единственное, что я смогла придумать, это разбудить тебя и остальных друидов. В конце этой долины расположены кельи, в которых спят друиды-вороны. Если мы доберемся до них, у нас появится шанс остановить Архимонда и его демонов. К оружию! Вот так! Они отступают! Возвращайтесь в лагерь и займитесь ранеными. Значит, чужеземцы тоже сражаются против нежити? Они могли бы стать нашими союзниками в борьбе с Архимондом и его слугами. Они лишь жалкие смертные. Они повинны в гибели Кинария. Будь я проклята, если назову их своими союзниками. Может быть, ты и права, любовь моя. Мы обустроим здесь новое поселение. Выставь часовых. Думаю, мы еще не раз столкнемся и с чужеземцами, и с нежитью. Ну, Фурион ваш это умный. Правильно сказал, надо сразу с ним союз делать. Ну мы не такие, бля, ё-моё. Я слышу голос Луны. Такова воля богини. Немедленно. Да будет так. 2000, ёб твою мать. Бля, 2000, господа, 2000. Так, я что-то звук как слишком громкий он, и нет. Настройки нормально, звук. Да, все заебись. Бля, 2000. Ваши пизданутые. Что угрожает этим землям?
вообще пизданутые. Так, ты идешь нас захват вот этого фигни. Ты у нас здесь останавливаешься. Ты у нас здесь останавливаешься, а ты у нас здесь. А ты далеко не уходи, сюда останавливайся. Ну, 2000 это вообще ни о чем, скажу честно. Ашето Роман. Нет, иди сюда установись. Это все наши войны, бля, это пиздец. Укажи мне путь. Так, пока ты захватываешь, я хочу тебе заказать хотя бы троих. Если я вот сюда их поставлю добывать, они будут добывать мне дерево или нет? Так, тут у нас давайте закажем. Тебя могу? Да, тебя могу заказать. И все, больше не могу ничего заказывать. Сюда, пожалуйста. Здание готово. 2000 нам дадут ресурсов. Кто смеет угрожать нашим лесам? Ну что, ты добываешь нам дерево? Да, добывать, заебись, охуенно. Богиня, и ты идешь сюда тоже, вот сюда иди. Все, супер. Они добывают нам дерево. Это хорошо. Это замечательно. Заказываем тебе и тебе еще двоих лучников, и будем уже потихонечку прорываться, да? Или нет? Какие-то трое лесные тут, блять, вообще как тьма какая-то. Я готов. Наш рудник почти истощен. Да я знаю, что истощен. Надо найти получше рудника. Наши ресурсы быстро истощаются. Мы должны найти еще один рудник и подготовить войско. Иначе нам не добраться до келий. Я готов. Все, вот это я пока беру. Богиня зовет. Пойдем сюда. Во имя Элуны. Да будет так. Немедленно. Такова воля богини. Во имя Элуны. Во имя Элуны. А, тут фигня полная. Сакалимдор. Богиня, кто смеет угрожать нашим лесам? Такова воля богини. А, мы можем их убивать, и нам слишком здоровья. Я готов. Ашето Роман. Кратце защиты. Да будет так. Блять. Я слышу голос Луны. Так, тут немедленно. Пока ничего нету, значит, сюда идем. Да будет так. Так. Полагаю, еще тебя создать. Создаем еще. Внутри ада не очень хорошие, на самом деле. Во имя Элуны. Мы соседей убьем здесь, и все будет замечательно. Я един с природой. Ашето Роман. Укажи мне путь. Такова воля богини. Ах, как я люблю природу. Всё, а это что будет, если убью? Закалимдор! Я готова. А, понятно, все здесь. Ну все, тут рудник обрушился. Такова воля богини. Рудник обрушился. Наш рудник воинил луны. Ёбаный в рот. Немедленно.
Вот Богиня, еще один рудник. Укажи да мне будет путь. Так. Во имя Илу. Что там случилось? А, я знаю понятно. Этих фурблгов. Они ушли из ясеневого леса, когда порча еще только начала распространяться. А, еще их над задами выполняют. Возможно, очевидно. Порча все-таки коснулась их. Очень плохо. Бля, они нас еще атакуют будут. Да будет так. Так, ты... Ашера Паладор. Я слышу голос Луны. Вы идите в пизду от меня, нахуй. Неужели сон притупил мои чувства? 2000. Так. Группа что номер произошло? 2. Идем с сюда. Радостью. Давай, поднимайтесь, господа. Вот ты можешь создаться прямо никогда здесь. Никогда раньше не видел столь агрессивных созданий. Вот сюда иди. Сейчас я покончу с этим проклятием. Анду, вообще-то я предлагаю вас здесь создать, а? Оставь здесь. А ты идешь сюда. Богиня зовет. Кто смеет угрожать нашим лесам? Опачки, тут что-то еще есть. А только пройти здесь не смогу я так же. Наш отсюда надо туда идти. Сейчас сходим. Эти что прикроют? Так, ты идешь у нас захватывать вот это. Рудничок. А вы, господа... Вы, господа... Один сюда идет. Другой, пожалуй, сюда встань, а. Ашето Роман. Такова воля богини. Так, друид. Да будет так. Здание своих. Угрожать нашим лесам. Пускай они между собой сражаются. Фикс. Во имя Луны. Все равно ж непонятно, где они там находятся. Немедленно. Бля, жалко фурлогов. Никак у фургонов. Безумные фурлоги. Фурболги. О. Да будет так. Эльфы наши погибают. Обидненько. Так, пока ты здесь, давайте еще двоих создадим. Так, ты идешь сюда. Ты у нас остаешься здесь. Наши воины вступили в бой. Может, давай тебя оставим тут на охрану. Так, ты идешь, создаешься здесь. На всякий случай. Здание а ты у нас готов? Пойдешь. Один. Блять. Сюда побежишь. Сюда, строим лунный колодец. Вот так вот. Так. Создаем. Такова воля богини. Да будет так. Так. Что случилось Бери в наших сюда. Лесах? Вы уж стоите, да? Вы все стоите. Замечательно просто. Просто замечательно. Так, вы пока создаете здесь. Это уже колодец строите. Заебись. Дерево богиня, у нас идет укажи уже. Это мне супер. Путь. Это дебилы решили что делать? Здание готово. А, здесь сражаться. Ну пускай они сражаются. Богиня, там. Наш рудник почти истощен. Наша священная роща осквернена. Бля, хуёво. Немедленно. Идем на помощь сюда сразу же. А, понятно все. Ну ладно, идешь сюда дальше. Здание готово. Заебись, хорошо. Так, ты у нас даешь. И жри давай. О,
Он жрет для того, чтобы... Богиня, укажи мне выздороветь. Все, можешь сесть опять. Ашито Роман. Идешь туда. Такова воля богини. Уничтожаем их. Деревья, помогите нам. Богиня зовет. Деревья мне помогут. За Калимдор. Так, давайте улучшим. Лучниц. Тебя заказываем. И вот эти что закажем, на всякий случай. Кто смеет угрожать нашим лесам? Не-не, сначала деревья. Погнали. Я слышу голос Луны. Блядь, хуёво. Немедленно. Очень мощный враг у нас здесь. Я готов. Да будет так. Я слышу голос Луны. Наша священная ручья осквернена. Ёб твою мать. Наши воины вступили в бой. Слушаю. Такова воля богини. Иди сюда. Богиня, укажи мне путь. Исследование завершено. Что-то не так. Ашито Роман. Задание выполнено, да? Наша священная роща осквернена. А кого я убил-то, бля? Я готова. Убейте вождя фурлогов, ну и чё? Кто смеет угрожать нашим лесам? Наш рудник истощен. Ты изменилась, Тиранда. В тебе почти не осталось милосердия. Много веков назад я поклялась защищать эту землю, Малфурион. И я защищала ее, пока другие видели сладкие сны. Что ж, любовь моя, если годы ожесточили тебя, значит, такова воля твоей богини. Пиздец, заебись сказал, да? А, вот задание выполнено. Еще одно какое-то, которое мы не получили в данный момент. Так, здесь у нас собирается армия. Что у нас вообще есть? Исследование завершено. Это, конечно, заебись. Это для кого вообще? Так, это у нас урон охотница. Ты кто такая вообще? Охотница. А, ну да, заебись. Давайте вот это улучшим, пускай это улучшается у нас. Я слышу голос Луны. Я готова. Здание готово. Во имя Луны. Заебись, идем сюда. Стою на страже. Богиня зовет. Да, иди Ашито Роман. Сюда. Богиня, ух, уже 20 минут, а мы еще здесь находимся. Очуметь. Кто смеет угрожать нашим лесам? Даже ничего без да значения. Ну, погнали дальше, значит, искать рудники у нас. Такова воля богини. Впереди опасность, жрица. Будь осторожна. Люди там, да? Понятно. Нужно больше лунных колодцев. Понятно, там люди у нас. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Поторопись. Кто смеет угрожать нашим лесам? Исследование завершено. А ну, дура! Здесь пройти мы не сможем, там то же самое. Немедленно. Опять паладины проклятые. Я един с природой. Богиня зовет. Наша священная роща осквернена. Аштыра Фаладор. Ёб твою мать. Наши воины вступили в бой.
Охуеть. Здание готово. Что? Я, конечно, понимаю. А ну, дура. Нам нужна помощь обратно тащиться. Я вся внимание. Выхожу из засады. Я слышу голос Луны. Кто смеет угрожать нашим лесам? Да будет так. Неужели сон притупил мои назад, чувства? Исследование завершено. Такова воля богини. Поторопись. Заебись просто. Богиня зовет. Так. Я иди. Деревья. Помощь мне нужна. Что угрожает этим землям? Так, где этот? А, во. Идешь сюда уничтожать это. Аж это роман. Так, наши воины здесь вступили в бой. Охуеть просто. Наши воины вступили в бой. Как вы меня заебали уже, блядь. Твой ход. Лучники. На помощь. Слова больше. Нашим. Я поклялась отомстить. Я слышу голос Луны. Такова воля богини. Наши воины вступили в бой. Богиня зовет. Да будет так. Вам пизда, блядь, я вам говорю. Идем сюда, пока. Все? Кто смеет угрожать нашим лесам? Давай, ты идешь сюда нам? Вот сюда захватываешь. Бля, тут самое мало. Так, сюда устанавливаешься. Сюда устанавливаешься. Сюда устанавливаешься. И тут сюда устанавливаешься. Все, они это все захватывают. Так, ты у нас идешь сюда. Захватывают вот это вот. Ты у нас чинишь все подряд. Кто смеет угрожать нашим лесам? Богиня зовет. Такова воля богини. Помогите им, пожалуйста. Жду приказа. Не проблема. Блядь. Выхвати, пожалуйста, этот, блядь, ебучий этот... Рудник, ё-моё. Дурацкий, как меня замучил уже. Всё, заебись. Я так, слышу готовы? Голосы Луны. Погнали. Ох, нифига себе тут. Будь осторожна, дают. Жрица. Эти леса кишат нежитью. 5000 рудника тут дают. Во имя Луны. Да будет так. Ладно, вы... Привет! Идете за ней. Аж это роман. И погнали. Тут надо, я так понял, лес пускать. Уничтожи гробники смерти, чтобы исцелить лес. Окей. Немедленно. Надо это сделать. Сейчас сделаем. Он не может лечить, потому что у нас ресурсов не бывает. Во имя Луны. Да будет так. Ой, блядь. Плохие деревья на нас напали.
Немедленно. Но снег хотя бы какого-нибудь денечка. Денечка какая-нибудь падает с них. Это самое главное. Наши воины вступили в бой. Здание готово. Заебись, идешь. Ашето Роман. Такова воля богини. А вот это что такое, не понимаю здесь. Наши воины вступили в бой. Во имя Луны. Немедленно. Такова воля богини. Ёб твою мать. Деревья за нас. Богиня зовет. Вот это мы в засаду попали. Наш рудник почти не сомкнен. Я слышу голос Луны. Наши воины вступили в бой. Да будет. Это что за знак? А, понятно, кладбище, да? Заебись, только сюда я не понимаю, это типа проход дальше. Во имя Луны. Не, мы будем спасать этот лес. Немедленно. А ну, дура. Кто смеет угрожать нашим лесам? Такова воля богини. Да будет так. Наши воины. Погнали, погнали, погнали. Ашето Роман. В атаку, блядь. Я таки думаю, тут какой-нибудь такой лесу. Серьезненький враг будет, блин. Так. Деревья. Ах ты, Рафа Ладо. Да будет так. Богиня зовет. Есть, он убит. Заебись, и все убиты, охуенно. И тут весь лес будет исцелен. Надеюсь, когда-нибудь эта земля залечит свои раны. Надеюсь. Надо идти дальше. Келья уже рядом. Так, заказываем себе еще лучниц. А, все, больше тут ничего не придумаю, да? Заказываем еще себе войск. Я слышу голосы Луны. Немедленно. Богиня зовет. Ну, вам конец, скоро вы пропадете уже. Мы становимся очень близко. Я слышу голосы Луны. Да будет так. Такова воля богини. Так, кто у нас вообще есть здесь? Слушай. Сюда. Мы уже скоро приближаемся, но тут рудник 5000 не зря сделали. Наш рудник истощен. До рудника добежим. Богиня, укажи мне путь. Армия моя здесь. Это мы собираем эту армию. Так, Терент, есть Роман. Вот эта фигня. Давайте тут выздоравливаем, кто у нас болеет. Потом это пойдут, эти пойдут сюда, к нам. Это сейчас скоро у нас будет уже... Я готова. В путь вы скоро пойдете. Кто ну, смеет что, угрожать все. Нашим лесам? Все, заебись, только нас трое не берутся. Ну во ладно, имя ничего Луны. Страшного. Погнали. Такова воля богини. О чем же вы идете деревья? Сюда, за Терен. Во славу лесу. Что у нас там появилось? А, понятное дело. Нет. Аванпост поглотила порча. Древние сошли с ума. Они не заслужили такой участи. Вот чё, откуда там 5000? Ни шагу дальше! Владыка Тихондри приказал убивать любого, кто попытается пройти сюда. И мы с радостью выполним этот приказ. Жалкие уродцы. Мне невыносима даже мысль о том, что когда-то вы называли себя ночными эльфами.
Наши воины вступили в бой. Богиня, укажи мне путь. Все, охуенно. Немедленно. Да будет так. Наши воины вступили в бой. Во имя Эру. Не-не-не, вы атаковать сейчас не будете пока. Я готова. Потому что вот это вот чудо. Должен дойти до нас. Так, иди пока сюда. Нужно больше лунных колодцев. А ты идешь сюда. Тоже. А что, Роман? Да нужно, будет мне так. Нужно подкрепление. В любом случае. Точнее, золото. Такова воля богини. Значит, стоим здесь, пока не дойдут. Во имя Луны. Они тут доходить будут по полгода, бля. Вот так случайно я убивал несколько своих солдат. Немедленно. Может, туда напасть? Сейчас, секунду. Так, светлячки. Идем сюда. Быстренько. Так, как у вас тут дела? Так, нам надо колодец построить, да? На колодец у нас есть даже на два. Создадим два колодца. Давай создаем. Так, пока вы там бежите сюда. Богиня зовет. Идешь сюда нам. Кто смеет угрожать нашим лесам? Погнали сюда. Уничтожим. Такова воля богини. Так, деревья. Помогите нам. А что, Роман? Наши воины вступили в бой. Это наши воины. Тоже бегут богиня здесь. Зовет. Немедленно. Здание готово. Богиня, укажи мне путь. Заебись, но пока мы ничего нанять не можем. Так, бежи сюда. Отомстить. Так, ты у нас самый первый идешь сюда. Наши воины вступили в бой. Так, я понимаю, так и буду атаковать, да? Говорю об этом, блядь. Кто смеет угрожать нашим да лесам? Да убежали, блядь, дебилы. Я слышу голос Луны. Здание готово. Богиня, укажи мне путь. Недостаточно золота. Вот такие дела у нас. А что, Роман? У нас недостаточно золота. Так, ты сюда идешь? Ты идешь сюда. Я готов. Здесь нельзя пустить корни. Ты идешь сюда. А ты идешь сюда вот. Все, заебись. Поторопись. Идете за ней. Я не боюсь. Ты пока тут создаешь, да? Тоже идет за ней. Я вся внимание. Недостаточно золота. Пускай бегут пока. Сейчас пойдем богиня, в атаку. Укажи, вот, заебись. Я повелась отомстить. Богиня зовет. Угомонись ты, блин. Энергию себе забери. Так, сейчас они построятся, она, и пойдем туда в атаку. Бля, серия, да, долгая будет, очень долгая серия будет. Но ничего не поделать, придется так страдать. Так, вот здание это уничтожим, готово. И там уже ворон у нас будет открыт. О, заебись, погнали. Это офигенно. Я слышу погнали. Голосы Луны. Да будет так. Атакуем всех. Так, дури, 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 дури. Да вызывай своих, пожалуйста.
такого? Блядь, не то нажал я нахрен. Аж ты раз по ладони. Кто смеет угрожать нашим лесам? А что, это могу так же сделать? Неужели сон притупил мои чувства? Да, пиздец твоим чувствам. Наши воины вступили в бой. Что-то не так. Все, конец. Ждаем. Даже не пришлось это добывать вообще. Я даже ни одну денежку не потратил оттуда. Что-то не так. Все, конец. Заебись. Неужели сон притупил мои чувства? Аж это роман. Да все здесь готово. Во имя Элуны. Мы здесь, господа. А почему они на них не напали, я сам не понимаю. Часовые. Эти, блин, были прокляты, а эти нет. Значит, получать могли бы напасть на друидов воронов. И все было замечательно. Но нет, они решили не нападать. Пробудитесь, друиды вороны. Пусть ветра войны вновь запоют в ваших крыльях. Ишнуала, братья и сестры, ваша сила вновь нужна Калимдору. Близится роковой час. Мы в твоем распоряжении, Шандо, ярость бури. Теперь наш путь лежит в недра земли. Мы должны разбудить друидов-хищников. Охуенно. Ну что, продолжить? Друиды-хищников. Ну это друиды-медведи на самом деле. Мы нажимаем назад, это будет по пещерам, будем уже ходить, кровные братья. Ну, тут про Ридана мы узнаем. На этой ноте мы остановимся, увидимся в следующей серии таких поражений. Всего удачи вам и пока.